Вітаю вас, дорогі друзі! В ефірі програма «Ваше здоров'я». І сьогодні, як завжди, у нас в студії гості. Це Юрій Синицький, лікар-уролог, андролог-сексолог. І сьогодні з ним його колега Ірина Васильченко, керівник представництва ФОХОУ у місті Херсоні. Дорогі друзі, вітаю вас у нас в студії. Я теж вітаю по всіх речі. Херсонці знають Юрія Синицького як фахівця в андрології, урології, сексології. Він постійний спікер нашої програми. Але сьогодні мені приємно, що він до нас завітав не один, а разом з пані Іриною. Пані Ірино, давайте наших глядачів познайомимо із вами. Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні у мене почетна місія – познайомити вас з діяльністю компанії ФОХОУ. ФОХОУ в переводі обозначає «птиця Фенікс». Феникс – это мифическая птица, которая обладает способностью возрождаться. Так и продукция компании ФОХОУ, оздоровительная продукция, возрождает организм человека, дает ему силы, здоровье, молодость, позволяет жить долгой, активной жизнью. В 2007 году компания ФОХОУ со своей продукцией вышла на мировой рынок. И за прошедшие 14 лет она покорила своей продукцией миллионы благодарных потребителей из 88 стран различных регионов нашей планеты. Это и потребители Америки, и потребители Африки. Серьезная компания, она действительно распространила, будем так говорить, свои здоровые щупальца во весь мир, потому что, во-первых, хочу подчеркнуть, что ее основателем является лечащий врач Мао Цзэдуна. Это о чем-то говорит. Второй момент, она входила в 50, а сейчас в десятку лучших корпораций мира. И продукция у нее серьезная. Тем более, что помимо продукции, которую можно употреблять перос и наносить на тело, сейчас она выпустила, вообще-то, уже несколько лет, как бомбу. То есть это БЭМ, о котором мы будем сегодня говорить. Пане Юрій, ви в попередніх зустрічах, коли ми з вами зустрічались, вже згадували в своїх словах про цей апарат. Що ж все ж таки спонукало вас для того, щоб почати його використовувати у своїй роботі? Ну, взагалі, я учасник, так говорити, корпорації і працюю в ній як дистриб'ютор з 2013 року. Ну, будемо так говорити, я достиг всього нішового рівня, це VIP, ну, хоча для нас вважається VIP – це високий рівень, у них для дистриб'юторів це не дуже високий рівень, тому що я, в общем-то, по своїй натурі врач, а не продавець. Во-вторых, понимаете, у ФОХОУ очень много разных препаратов, они называют это продуктом, для меня это препараты, которые, в общем-то, применимы в основном не в моей сфере. В моей сфере там тоже есть, но, будем так говорить, только в последнее время они стали появляться. Вот. А назначать постоянно просто так, лишь бы я, вы понимаете, не могу. Сейчас у них появился очень интересный физиотерапевтический аппарат, биоэнергомассажер. Я о нем на прошлой программе сказал два слова, сейчас могу сказать подробнее. Вот на столе у Ирины стоит биоэнергомассажер второго поколения. Это последнего поколения, третьего. То есть в чем, в общем-то, смысл этого аппарата? Дело в том, что вся философия китайской медицины и компании ФОХОУ основывается на принципе даосизма. То есть дао – это путь, это инь и ян. То есть мужское и женское начало, которое присутствует в теле каждого человека. Вот, поэтому, в общем-то, понимаете, восточная медицина, она в корне отличается от западной медицины, но она может соединяться при умелом сочетании и при умелом манипулировании этими делами, то есть в пользу здоровья человека. То есть биопроцедуры и вообще физиопроцедуры, которые применяются корпорацией, они могут сочетаться как с западными лекарствами, то есть они считают нас западной медициной, мы тоже к ней относимся, так и с восточными. И могут применяться самостоятельно вообще без лекарств. Потому что, по сути дела, это не столько биоэнергомассажер, сколько биоэнергорегулятор. То есть человек болеет тогда, по философии Дао, когда у него расстраивается все. То есть поэтому тело человека разделено на меридианы, то есть каждой точке и меридиану соответствует определенные системы и органы. И самое главное, чтобы энергия ЦИ, а энергия ЦИ – это первооснова и боевых искусств, и не только медицины китайской, она должна циркулировать вместе с кровью и без всяких препятствий. Если где-то начинаются какие-то препятствия, то это уже путь болезни. Поэтому биоэнергомассажер позволяет освободить эти каналы и позволяет настроить организм на здоровье.
Поэтому регуляция. Вот есть электроды, которые заменяют руки человека. То есть здесь идут очень такие импульсы мощные. Я уже говорил. Вот. Но, будем так говорить, можно работать в перчатках как массажист и лечить другого человека. Можно лечить себя самостоятельно. Кроме перчаток, специальных магнитных перчаток, биомагнитных перчаток, есть еще электроды, которые можно на определенные точки соответствующие признаний настраивать. В общем-то, прибор настолько прост, что он, в принципе, разработан для китайцев, которые могут самостоятельно сами себя лечить. Потому что, в принципе, дао китайцев впитывают с молоком матери. Их не надо обучать этому. Это нам, людям прозападным, надо немножко учиться этому. И даже иногда не немножко, а много. Для того, чтобы понять эту философию. Для того, чтобы не навредить. Потому что самый главный принцип работы с этим аппаратом. Да, он действительно прост, но есть противопоказания. То есть, если у человека гипертензия. Если у человека онкозаболевание. Если у человека расстройство после инсульта, после инфаркта, ну и так далее. Целый ряд других еще есть нехороших таких вещей, которые могут препятствовать начать работать с аппаратом. То есть, ну, это не значит, что он вообще не сможет потом быть применен к этому человеку, но его надо подвести к этому определенными действиями врачебными. Встречал рекламу, где пишут, что там лечат простатит. Да, на предстательную железу положительно он тоже влияет. Но если у человека рак предстательной железы, если у него после применения прибора этот рак будет вызывать метастазирование. Это разве хорошо? А специалисты некоторые на это не смотрят. Они даже не знают, что такое понятие, не имеют, что такое PSA сделать человеку. Поэтому они берут всех подряд. Они не меряют давление, когда человек заходит в кабинет. А может у него давление 160, это уже противопоказание. Пане Юрій, я перепрошую. Саме про це хотів запитати у пані Ірини. Скажіть, будь ласка, придбати апарат можна у вас, так? Але ж, щоб його якісно використовувати у своїй роботі, потрібно, мабуть, якісь пройти курси, якесь стажування, якусь, щоб мати фаховий підхід у використанні його у своїй роботі. Да, ви совершенно праві. Все наши партнеры, которые умеют пользоваться этим аппаратом, они прошли специальные курсы обучения, их обучали китайские специалисты, они получили специальные сертификаты, сдали экзамены и владеют этой всей, в полной мере всей информацией. Они умеют, ну, владеют всеми навыками работы с этим аппаратом и, конечно же, есть очень прекрасные результаты. Но нужно понимать, что этот процесс обучения, он бесконечный. Конечно, его надо постоянно совершенствовать. Люди прошли базовое обучение. Теперь мы проходим курс глубокого обучения по различным заболеваниям. И, конечно же, все, кто приходят и все, кто обращаются к нам в наше представительство, имеют возможность получить такие знания, получить глубокие знания по пользованию этим прибором. В самом начале они имеют возможность получить демонстрационный массаж. Потому что когда человек это испытает на себе, эти ощущения, и поймет, как работает этот аппарат, это совершенно другие ощущения. Это совершенно, ну, другое впечатление от этого аппарата. И когда человек проходит такую процедуру, то очень многим хочется обучиться и уметь пользоваться этим аппаратом. Потому что счастливые владельцы, которые вдруг оказались владельцами такого аппарата, вот в том случае, если в доме, например, есть инвалид или есть человек с серьезным заболеванием, типа вот Паркинсон, например, или ребенок ДЦП. Таким людям необходимы постоянные регулярные процедуры. И, конечно, в таких случаях удобно, когда аппарат находится дома, когда обучились близкие люди из этой семьи и умеют оказать помощь тем, кто нуждается в ней. Потому что помощь эта может быть оказана либо перед сном, либо утром, тогда, когда удобно больному человеку. Так, а скажіть, будь ласка, звичайно, важко так пояснить, він випромінює струм, що він видає? Это идут электрические импульсы. Мы одеваем перчатки. Вот дело в том, что все 5000 лет китайская традиционная медицина, она стремилась к одному – прочистить энергетические каналы в организме человека. И для этого существовали традиционные древние техники. Это иглоукалывание, массаж гуаша,
пенсоприжигание, вакуумный массаж. Все это такие очень серьезные процедуры, которые болезненные, им нужно долго обучаться. А вот именно наш аппарат, он аккумулирует результаты всех вот этих серьезных древнейших практик, дает результаты вот этих практик, но только без проникновения через кожные покровы. Эта процедура сама по себе доставляет удовольствие человеку и не является такой болезненной, как если бы это были древнейшие китайские процедуры. Другими словами, я хочу подытожить то, что сказала Ирина, чтобы было более понятно нашим зрителям, что вот эти все методики китайские, гуаша, иглорефлексотерапия и так далее, чтобы не грузить, они все объединены в этом аппарате одном. То есть, они заменяют все ранее существовавшие методики в китайской медицине. Вот в чем весь фокус. Что один заменяет все. Принцип тоже, что воздействие на точки меридиана и так далее, то есть, воздействие на пульсирование энергии ци. И вы спрашивали, какие импульсы излучает. Значит, импульсы подобны кардиостимулятору, то есть частота до 80 тысяч Гц может быть достигнута. Вот поэтому здесь надо, самый главный принцип, не навреди, но не специалисты могут пробовать там повысить и так далее, усилить и добиться того, что человек через некоторое время отойдет к праотцам. Я вот недавно относил документ департамента, серьезный орган, и у них там на первом этаже какой-то открылся манипуляционный кабинет, называется манипуляционный. Я так понял, работают непрофессионалы с этим аппаратом. К чему оно потом приведет? Но люди же не понимают. Они думают, что раз это под крышей департамента, то значит все хорошо, что контролирует высший орган областной. Пане Юрій, коли ви пропонуєте своїм пацієнтам застосувати цей апарат, як вони реагують до того, і яка в них самопочуття після вже, коли вже вони? Значить, ну, во-первых, я можу сказати, що я застосовував этот аппарат даже при мочекаменной болезни. Я рад, что я познакомился с представительством Ирины, потому что здесь есть еще псевдопредставительство у нас в Херсоне. И я первый свой опыт получил неудачный, но тем не менее мне он понравился. Хотя это были не профессионалы. Сейчас я о чем и говорю. Это раз. Во-вторых, вот в этом аппарате еще есть фонофорез. То есть фонофорез – это озвучивание, ну, более сильное. То есть поэтому помимо того, что делает этот аппарат и этот, это суммарно они одинаковые. Единственное, что тут сенсорное управление, а здесь другое. Но, в принципе, они делают одно и то же. Единственное, что третье поколение дополнено еще фонофорезом. И здесь можно делать даже косметические процедуры. То есть можно исправлять морщинки, гусиные лапки вот эти на глазах и т.д. и т.п. То есть убирать различные кожные образования. И самое главное, что можно делать процедуры на органах мужских. То есть воздействовать на бляшки, то есть это болезнь пиронии, это кавернозный фиброз, это различные виды воспалительных процессов, включая, опять же, тот же фиброз в придатках яичек и так далее. То есть, но дело в том, что тут еще, понимаете, очень широкое поле деятельности. Поэтому тут, как говорит Ирина, надо учиться и учиться. То есть, и в общем-то, большие возможности этого аппарата, их можно довести. Дело в том, что даже сами создатели еще не знают границы применения этого аппарата, потому что я говорю, что это ноу-хау. Дорогі друзі, скажіть, будь ласка, чи можемо ми зараз називати цей апарат, віднести його до традиційної медицини чи не до традиційної медицини? В настоящее время активно развивается интегральная медицина, когда происходит синтез и объединение основных лучших достижений западной и восточной медицины. Вот как раз этот аппарат и является плодом интегральной медицины, поскольку он решает проблемы и на Востоке, и на Западе, но он является результатом древних методик традиционной китайской медицины. Я понял, что вы хотите знать, можно ли его сочетать с применением лекарств, которые предназначил семейный лекарь или другой специалист. Да, можно. Но только должно быть все рационально. То есть, во-первых, врач, который будет назначать лекарства, должен быть обязательно оповещен, что вы будете получать. Он же ведь назначает физиопроцедуры. Это та же самая физиопроцедура. Да, это физиокабинет. Более мощнее. Только эта физиопроцедура может находиться у вас в доме, если вы приобретете. Не надо вам ходить из кабинета. Сейчас период вообще локдауна и пандемии. Вообще это класс. Можно вообще никуда не ходить, если иметь этот аппарат. То есть любое заболевание, с каким бы ни столкнулись вы или ваши родственники, вы можете его сочетать с этим аппаратом, потому что в принципе неограниченный
его ракурс применения. Но только все должно быть по уму. То есть все должно основываться на анализах, на осмотрах и так далее. Потому что я же говорю, что непрофессионалы, пользуясь этим, делают процедуры, абсолютно не зная статус какой у этого пациента. То есть, что у него с сердцем, что у него с другими системами и органами. И не имея при этом даже среднего медицинского образования. Вот что самое страшное. Ви згадували про протипоказання цього апарату, а вікові обмеження є у його використанні? В тому-то і діло, що протипоказання є, а обмежень возрастних особих немає. Ну, звісно, що грудичку цей апарат ще не применять ніхто не буде, тому що там проводимость дуже висока. Якщо імпульс один дати, то це практично все тіло буде охвачено. Ні. Где-то область применения, начинать его надо применять где-то с лет 10, сейчас акселераты 12. Вот, и, в принципе, до глубокой старости, но только с умом, потому что тут же регулируются импульсы. Вот что тут по-восточному должно быть, то применяться он должен либо с утра и до 12, либо после 15 и до 21. Другое время это уже неприемлемо именно для этого аппарата, потому что так традиционная китайская медицина гласит. Дорогі друзі, я вам дякую за те, що ви, в першу чергу, дуже цікава тема. Багато є про що поговорити, враховуючи специфіку і великий обсяг того, що може робити цей апарат. Я рахую, що наші глядачі зацікавились таким приладом. Тому ваші побажання і, звичайно, ваші запрошення людей, які потребують вашої допомоги, до вас і до вас, будь ласка. Я желаю всем и мужчинам нашим особенно, потому что это мои пациенты, и женщинам, их партнершам быть здоровыми, и деткам. Вот. Но с учетом современных реалий, если есть такие возможности, можно приобретать этот аппарат, научиться на нем работать. Если нет, можете приходить, мы с удовольствием вам дополним ваши традиционные и нетрадиционные терапии, которые назначены другими специалистами, или пролонгируем сами. Продолжим и так далее. Потому что здесь, понимаете, цикл каждого заболевания свои. Потому что, опять же, подчеркну, вернусь, непрофессионалы назначают всем четко 10 процедур. Ну, это определенные деньги. А здесь есть такие моменты, когда достаточно 3 процедур, достаточно 1, достаточно 7 и так далее. И представительство всегда готово принять, поэтому я передаю слово коллеге, она расскажет этих пациентов. Да, дорогие друзья, нам всем очень повезло, что у нас есть представительство именно в нашем городе Херсоне. Не каждый город имеет представительство Международной корпорации ФАХО. Наше представительство работает в центре города, и мы всегда будем рады видеть всех, дать вам ответы на ваши вопросы, если вас будет интересовать наша продукция оздоровительная, если будут вас интересовать наши интересные приборы, оздоравливающие человека. Приглашаем всех в мир ФАХО. Адрес, я думаю, вы увидите на экранах. Будем рады всех видеть. Всем здоровья и хорошего настроения. Главное – оптимизм в наше время. Дякую, дякую вам. Дякую за змістовну роботу, за те, що проінформували наших глядачів про такий чудовий біоенергомасажер, як ФАХО. Нагадую, що у нас в студії були лікар, уролог, андролог, сексолог Юрій Синицький, і з своєю колегою Іриною Васильченко, керівником представництва компанії ФАХО у місті Херсоні. Гарного вам дня, ну а ви залишайтеся з нами.